Приветствуем вас всех, братья и сестры, дорогие друзья. Меня зовут Сергей. Это моя семья, а это мои друзья, мои братья из церкви. И я тоже благодарю Бога за эту возможность, за приглашение, что у нас есть такая семья большая, не только вот, которая здесь у меня, а вот даже представить здесь и радостно и приятно осознавать, что мы все дети Божьи. И как в одном псалме поется, мы всех счастливее, потому что нам открыт путь, и мы знаем Бога, и знаем, что нас ждет в конце нашего пути, это небо. И мы все хотим туда попасть. Мы споем этот псалом, и автор этого псалма говорит такие хорошие слова. Я думаю, мы все с этим полностью согласны. «О, помоги нам, Бог, ценить мир на земле, краюху хлеба, и жизни днями дорожить, пока его нам дарит небо. Пусть на всех Бог благословит». Божественный Отец, про нашу жизнь